Всем здорово, друзья! С вами, как всегда, Кофи Варпач и Алекс Фокс, и сегодня мы будем играть в Golf with your friends! Всем здорово, чуваки! Хелл, братишки! Ну что, друзья, мы давно не заходили в этот гольф, и все почему? Все потому, что не было новых карт. И сегодня ведь мы не просто так зашли, друзья, добавили, завезли новую какую-то прикольную карту, которая называется, как я не знаю, что-то какая-то древняя карта, в общем, как-то так, и... Музычка, ребят, здесь классная. Да, музыка здесь реально улетная, и, пацаны, я, во-первых, предлагаю нам уже... В смысле с первого раза? Да вообще изи как-то бить. Так, на самом деле непривычно играть после другого гольфа, ребятки. Вы сами понимаете, что это реально очень сложно. Так. Да, с первого раза. С первого раза, ребята, да. Я понял. Так, сразу говорю, ребятки, что сегодня у нас не будет никаких желаний, потому что мы просто запустили именно эту игру, чтобы проверить эту карту. Мы реально давно не играли просто так в гольф. Да, это другой гольф. Только в один гольф мы играем только на желание. И вы знаете, в какой. Да, ну, Кирюх, слушай, у тебя осталось 20 секунд, чтобы пройти эту лунку. Так, ну, надеюсь, давай, я в тебя смогу. Не верю. Давай, Кирюх, мы все в тебя верим, в смысле, Саню? О, красавчик! А дальше потому что я в него не верил. Почти на последних секундах закатился в лунку. Так, а теперь что у нас здесь ожидает? Так, ну слушайте, я, честно говоря, ребятки, думал, что уже все. Авторы этой игры забыли про эту игру, и что все. Больше мы ничего не увидим, но тут бац, и у нас выходит. Правда, это еще, конечно, экспериментальная версия, да? Но все равно новая карта почти появилась. Это как круто! Да куда ты летишь? А что у меня? А, я думал, блин, я забыл. В смысле, подожди, я что-то все время забываю, то, что тут просто как-то, ребятки, игры вообще по-другому сделаны, что. Есть другая игра. О, пацаны, смотри, смотри, Олег, куда я прикатился. Это ты как сделал? Херакс! В смысле, Кирюха, ты как так сделал? Я в серединку попала, там луночка такая, прям маленькая, такая классная. Слушай, я думал, это типа, ну такое просто ограждение, что-то типа этого, заборчик такой. А тут бац, можно было пройти, значит, да, слушайте, прикольно. И да, ребят, если что, я сразу просто знаю, что сейчас пойдут такие комментарии. Типа, вот, засал выполнять желание и так далее. Нет, друзья, нифига подобного. Блин, если бы я засал бы сделать желание, то и прошлого желания, которого я выполнял, бы тоже засал. Было бы не было. Вот, поэтому, ребятки, ждите скоро нового, конечно же, выполнения желания. Тут реально что-то непонятно. Тут, подожди, ладно, во-первых, камни. Слушайте, давай попробуем. Я, блин, кстати, выжил. Нет, а нет, вот нет, куда нет, дальше-то? Нет, 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 нет. А, вон, наверх, пацаны, спокойно. Вон, наверх, туда. Да. А, прям наверх, что ли, туда? Да, да, да. Во, да, вот она, луночка, вот сюда, ребят. Ну-ка, сейчас попробуем. Прям между вот этих шариков. А, я понял, где лунка, нифига себе, она там далеко. Я забил, с двух ударов. Молодец. Вы чё, слушайте, непривычно играть после всего в эту игру. Реально непривычно, мячики еще какие-то маленькие, я не знаю, то ли мне кажется, то ли что. А их можно было побольше сделать. А еще надо было побольше сделать. По управлению, чтобы вы, ребят, понимали, в той версии игры, которую мы предыдущую играли, там надо было мышку натягивать и со всей дури бить, а тут просто мышку да куда хотел. Да я вообще не помню, как играть в этот гольф, друзья. Мы зашли как бы на радостях, то что новую карту завезли, понятное дело, да? Ну, слушайте, а если сделать забил. Просто... Вот... Да... Ой, да, блин, вы что, издеваетесь? Тебе не в ту дырочку, а между, пацаны, между, не, между, я между. Понял, я понял, куда да. Так, ладно, 40 секунд, я надеюсь... Да, блин, да почему? Да почему? Так, ладно, ребятки, так, все, сейчас я пройду. Отвечаю просто, 30 секунд. Бей на 80%. Вот, наконец-то! Так, и теперь смотрите, я, конечно, понимаю, что эту лунку можно было пройти буквально с пару ударов, да? Но это я и это я, поэтому как бы... Но пока что разрыв по очкам не такой большой, поэтому, если что, можно будет еще на какой-нибудь лунке-то отыграться. А вы посмотрите, какие здесь лунки, пацаны. Ой-ой-ой-ой-ой. Вау. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, проскочили-то как, а? Какие-то классные это такие. Реально какие-то джунгли, так вот прям пахнет вот этой древностью, да, такие ловушки. Это джунгли, это, впереди, знаете, я типа, даже не знаю, что нас это будет деревня ожидать. Деревня древних майя. Да-да-да-да. Ну, тогда стой, давай стой, вспомним, стой. Сань, где находятся древние майя? Находятся в джунглях. Ну, а мы о чем говорим? Человекологика просто. Нет, это какие-то древние майи. А где находится майя? В джунглях. Это, ребята, человекологика. Это человек Саня. Я просто уточнил вашу информацию. Ну, я все, мы поняли, поняли, поняли. Так. Я ни капельки не хотел изменить ее. Я хотел ее только подправить. Да мы поняли, Саня, поняли, я поняли. Я не такой человек. И теперь финишная прямая. И... Вы издеваетесь? Вы
издеваетесь? Вы серьезно сейчас, да, значит? Вот, ребят, не, все-таки Dot Golf мне нравится пока что больше, потому что, блин, к тому я гольф привык, а к этому я вообще уже забыл, как играть. Олег, все равно ты на первом месте. В смысле? А уже на втором. Реально? А как я, подождите, в смысле, как я мог оказаться? А, в смысле, я на третьем. Пацаны, в смысле, а как я на первом? Уже я на первом. А, не, Олег, ну понял. Так, я понял, понятно, а как я... Воу! О, водичка. Воу, вы посмотрите назад, там скелет огромного динозавра. Ой, прикольно, нифига себе, натуре. Так, водичка, водичка, скатываемся. Это аквапарк, это аквапарк. Это аквапарк в древности. Слушайте, ну, ребят, карта на самом деле реально топовая. Если кто еще не понял, как ее найти или как ее включить, вам достаточно просто переключиться на экспериментальную версию этой игры, и все, и там будет доступна как раз таки эта карта. Здравствуйте. Но только не в уголок. Ну, пожалуйста, ну только не в угол, ну за что? Давай, оп. Так, вот, поехали вот так вот. Так, слушайте, там нужно перелететь или как вообще? Да, там надо перелететь, вот где мы. Опа. А я поплыл. Так, и теперь смотрите. Ух, как идеально встал. И сейчас, ребят, один удар и одно попадание. Все, отлично. В смысле? Так, я понял. Не, реально тут вообще по-другому все построено, ребят. Реально вот. Я прошел. Я, походу, понял, что тут надо... Серьезно? Даже не так? Еще чуть-чуть. Еще чуть больше, и это вот как-то... Вот так вот. Во, отлично. Ну, наконец-таки, а? 7 ударов, ребят. На самом деле, что-то мне это не нравится. То, что у меня... Вот посмотрите, я вначале проиграл, а сейчас первое местечко. Смотрите, мы сейчас прям в динозавра залетать будем. Вот это мне нравится. Дури, Херакс. Со всей дури вообще, я сейчас в луночку залечу. Нет, не долетел. Блин, почти, Кирюха, слушай, ну... Так-то, если там реально ударить со всей силы, то можно, как мне кажется, залететь. Оп-оп-оп-оп-оп. Ой, я почти. Да, ё-моё, там... Ой, смотри, давай. Блин, не получилось, не получилось. Зато смотри. О, Саня, смотри. А как ты это сделал? Сань, как ты прошел за 2 удара? Ты чё, читер, а? Знаете, ребят, это все магия. Ну, да, конечно. Магия маев. Так, здесь давайте поехали-ка сюда. Просто, как бы, знаете, вот реально, я уже привык, что, чтобы, как бы, ударить по мячу, нужно оттянуть мышку, ударить со всей силы, знаете, то есть что-то такое. А не просто тупо нажать как-то и вот, ну вот, есть все-таки разница, и она большая, и очень сильно играет, ребятки, сегодня роль. 3 раза, я попал. Так, давай, Санек, только вот стоп, сколько у тебя ударов, Саня? 3. Нет, теперь 4. Так, а теперь... Ну, как так вообще, а? У меня, слушайте, будет, походу, 5 ударов, так, ну... 6 ударов, походу, будет на меня, да, друзья? Не обманывай себя. О, все, ну наконец-то залетит. 39 ударов, друзья. Это, конечно, жестко, но впереди. Это сейчас у нас такая разминка. Сейчас разогрев такой. Оп, дурак. А, да, там ловушка такая прям. О, что? Давай. Почти с первого раза, пацаны, просто я офигенно. Все, два удара. Так, три вот удара, тут ладно. Я могу отыграться, вот тут я сейчас буду отыгрываться, пацаны. Я сразу сказал то, что как бы это было у меня разогрев, поэтому сейчас все будет по красоте сделано. Так, Кирюха, сколько ударов? 4, по-моему, или 5. 5 ударов, или сколько, подожди. 5 ударов, окей, так. Воу, ты что там такое? Крутяк. Так, подождите, что-то как-то темно, чересчур непонятно. А там, слушайте, какие-то огромные какие-то, походу, яйца динозавра, да, или что там такое? Яички. Что? Ну, вон, видишь, справа и слева, и сзади, и везде. Да, яйца. Везде одни только яйца. Да. Ой, смотри, новая штука, я такой раньше не видел в гольфе. Так, вот, да. Но это все яйца динозавра. Да ёпта, да она меня откинула. Говорю, это все яйца динозавров. Да вы издеваетесь, как? Да что ж такое-то, ребята? Если бы не яйца динозавров, этого не было. Сегодня реально, вот знаете, вот не спать все-таки всю ночь перед гольфом, это очень плохо. Это реально очень плохо. Это прям сразу видно сказывается на игре. Прям перед соревнованиями, так сказать. Ну, блин! Куда ты полетел-то? Так, шарик! Я понял, все понятно. Кстати, ребятки, в этой игре добавили, то есть я сейчас говорю про Golf with Your Friends, добавили еще один новый режим, сука, который позволяет играть нам типа в гольф, но используя предмет, то есть вместо лунки там будет стоять баскетбольная корзина. Вот, если вы хотели бы это увидеть, то напишите об этом в комментариях. Я вообще назад улетел. Так, стой. Отлично. И как? Ну и чё это такое? А в смысле? Не сильно бить. А какого? А чё у меня мяч не взлетает? Не слишком слабо.
А в смысле у меня мяч не взлетает? Сань, ты прошел? Сенсей Сан Саныч, как тут надо бить, я не понимаю. Пошло-поехало! Пошло-поехало! Не-н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 е, давай-давай-давай! Давай туда, я вверх залетел, я вылетел оттуда! Стой! Давай на 60%, красавчик! Остановись! Нет. Я сейчас все удары, по-моему, израсходовал. Отлично. Так, слушайте, ребят, да, у меня, походу, остался чисто последний удар. У меня все. Давай, если тебе чисто повезет. Лох! Я случайно нажал на вышку. Да, друзья, не удивляйтесь, Мы с Олегом два этих гольфиста просто рвутся. А это что такое? Здесь надо ударить, наверное, я сейчас попробую ровно по этой линии, херакс, вот так. Ага. О, да, отлично. Понятно. А, не, подожди, он сейчас. Слушайте, а я вроде, кстати, приземлился так, ну, неплохо, скажу я вам. Ну, ладно. Так. Тихо! Опа-на! Хорошо. Так. Слушайте, я думаю, что вообще на второй вот этой платформе, если вы, конечно, долетели, там можно вообще, в принципе, прям по максимуму так ударить. Во, как я почти. Ну, Кирюх, ты посмотри на это. Я просто самый удачливый человек. Конечно, да, остановиться прямо перед склоном, это вот прям вот я умею, конечно. Да. Это, кстати, надо научиться еще, знаешь. Асани, смотри, Асани сейчас попадет. Не, Асани сейчас, конечно. Слушайте, а смотрите, там сзади, ой, там спереди, наоборот, какой-то у нас это замок или что, это храм какой-то. Это... Не вот, знаю, смотрите, ну что это реально? Это... Это мистер Печенька или как его там? Что? Какой мистер Печенька? О, реально мистер Эко! Что? Чё? Ребят, ставьте лайк, если вы узнали печеньку из Шрека. Ага. Понятно, вот тут у нас начинается проблема, как я понял, да? Ой, нормально. Никаких проблем. Да вы и да как? Йостан, проблемы! Нет, я нажал не так, как надо! Я оттянул мышку, сука, по привычке. Не-н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 е-
вперед бейте. Ребят, лунка реально не перелететь, чтобы. Очень сложная. Так, и вот, блин, еще. Смело вперед. Давай, 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 стой, ты куда? Шагу назад. Ну, мячик падаем. Оп. Да блин! Ребят, я не понимаю, что сегодня со мной, что сегодня с моей игрой. Наверное, потому что я не спал сутки. Возможно, возможно, как раз таки и это, да. Не, кстати, ты не, нет, не ровно сутки у тебя сейчас. В смысле не ровно? Ты во сколько проснулся? Не помню. Вчера. Вот, да, видишь, надо запоминать. Так, у меня осталось 50 секунд и ровно 4 удара, чтобы финишировать. Не стесняйся. Да, тут прямо. Вижу лунку. Все, вот сейчас, ребят, я должен попадать. Давай, прям в лунку. Давай. Так. Оранжевый, давай. Так. Гоу. О! Да! Да-да-да-да-да! Получилось! Так, ну, ребята, у меня 69 ударов. Это, конечно же, счастливое число, понятное дело, как бы, да. Так, здесь у нас. Вот так мне интересно. Я просто, наверное, со всей силы сейчас ударю. Я тоже, сейчас посмотрим. О, да, со всей силы пойдет, вообще нормально. Оба! Так, отлично, по красоте. Слушайте, а дальше можно, походу, тоже... Только хотя не нет. Совсем, на потолочек. Слушайте, ударит. Да, на потолочек посмотри. Лучше не ударяться. Ой, вообще нормас, прям сквозь... Ну как, прям по нему практически проехался. Санёк, куда торопимся, молодой человек? Так, замечательно. Удара. Так, давай, теперь давай, нужно давай, тоже с трех ударов тоже, пройти. Три удара. Там не очень сильно надо. О, да, пацаны, с трех ударов, просто по красоте, ударов. Вот это по-царски просто было сделано сейчас все. Я, честно говоря, не знаю, как я буду у вас догонять. О, на всю скорость, смотри, там дырочки азиатские. Лол, рели. Да, смотри, херакс, дырочка азиатская, вот такую в GTA. Фига себе, что за дырки такие, ребята, начинаются? Блин, давай, с первого раза. Слушайте, вот это круто. И, а почему не с первого раза? А почему вы полетели вправо, я полетел влево, вот это непонятно. Так, все, два удара, хотя стоп, сколько? У меня почему-то показывается, ну, не, у каждого по два удара. Два вы заметили, удара, что две последние лунки у нас одинаковое количество ударов? Нет, ну вот пока ты не сказал. Да. Ой, Олег, красавчик, залетел сразу. Ну не, ну как сразу сказать? Хотя я вижу уже и лунку. Саня залетел, лол, чё? Нет, Саня не залетел. Не, Саня промахнул. Так, вот здесь я... Саня мазила. Эй, и куда ты вылетел, эй? Все, два удара, ребят, два удара. Вот тут вот я начинаю потихоньку отыгрываться. Вот тут начинается мое все. Фига, Саня, ты как так делаешь? Магия. Сколько ударов? Три. Два. Понятно, я знаете, два, у меня такое ощущение, два, что два, я вообще, вас вообще в принципе не догоню. Потому что у меня 76, у Сани 67. Ой, наоборот, у Кирюхи 67, у Сани там вообще да. 51. Ой, дратуйте. Да, понятно? Конечно, понятно, понятно. О, я проехал. Там проскочить. Поймал.
О! Ой, а вы дальше посмотрите, там какие-то эти писюльки. Слушайте, болтаются. Реально какие-то там ловушки у нас. Подожди, начинаются. А если отсюда сразу в лунку? Подожди, ну-ка. Эть, почти, ну-ка. Блин, почти. Там фото рядом. Слушайте, ну это реально, Кирюх, это реально. Эть, почти. Ну подожди, я хочу попробовать. Да что такое, как я об ней так, так, стой, ты же куда ты, блин. Почти. Блин, да уже. Да нет, он отскакивает. Слушайте, это уже начинается какой-то челлендж просто, я не знаю, у нас, да? Типа, кто первый закатится таким способом? Да опять вода, да. Слушайте, а если ударить вот так вот? Я закатился, почти, Олег, я приехал туда, лол. Оп. Кирюх, здрасте. Мы, походу, поняли одновременно, как нужно правильно подбить, и все. Сейчас до Саньки дойдет. Сейчас Санька разберется. Ну конечно, Кирилл, ну ты посмотри как. Я прокатился, рядом, и вот просто вот сюда. Правильно, да. Ты не пройдешь. Если Саня сейчас просто... Ты посмотри! Просто реально, Сань, вырубай читы, уже реально ударов. Достал. Итак, ребята, у нас остается три лунки впереди. Сейчас мы... Воу. Воу! Чё? Это чё такое? Эть, отлично, я нормально проехал. Так, я тоже... Опа! Так, а я правильно? Да, нормально, вроде бы нормально. Нормально? Я дальше полечу. Нормально. И слушайте, если бы я, наверное, хоть как-то сильнее ударил, мне, возможно, вот бы повезло. Вот. Три удара, отлично. Ну, да попади еще. Давай, Три удара. Ой, Санька, смотри, сдает позицию, уже пятый удар. Ну-ка, Санька, давай еще десяток ударов, и все нормально будет. О, красавчик, еще пару раз. Смотри, как надо еще, подожди. Оп. Сань, ты что делаешь, а? Красавчик. Ты сейчас хотя, да? Слушай, но он все равно нас не догонит, поэтому, блин. Но он даже если все удары... Он даже если все удары потратит, то... Нет, а нифига подобного! Нормально. Ребят, нифига подобного. Так, а здесь куда? А куда? Динозаврик! Ребята, динозаврик! А, кстати, там яйца цветные были. Да, я говорил. Динозавры раньше. Я думаю, да. Ладно, чё... Покурил. Эть, Херакс. Или о, ты смотри, по мультикам, яичко. По мультикам, конечно, Сань, почему же еще? Так, поехали. Поехали. За спелыми орехами. Прямо слушайте, начинается у нас какой-то волрайд, мы спускаемся все ниже. И если сейчас повезет... Ой, вообще круто. А я надеюсь, что нам, ребятки, повезет. Я, по крайней мере, в это очень сильно надеюсь. Мы сейчас пройдем эту лунку. Давай еще музыку из такси. Так, давай. Да. Я сейчас так рядом с это... Вот, Сань, если ты пройдешь, вот я так же прокатился. Вот, Кирюх, я так же прокатился. Вот, понимаете, мы все прокатились одинаково. Абсолютно каждый прокатился. И опять все прошли за одинаковое количество ударов, ребят. Ну, одна последняя лунка. Воу! О, печенюха! Мы в писюн залетаем! Писюнчик! А я вылетел из писюнчика. Я к нему в тарелку запрыгнул. А, там в тарелку надо, слушайте. А я вылетел из тарелки. Там со всей силы надо. В смысле не надо? В смысле наоборот же, не? Можно было в тарелку, а можно было в тарелку. Так, лунка, по-моему, дальше, ребят. Да, лунка дальше, вон она. Блин, вы издеваетесь, а. Эй, проскочили. О, я прошел, отлично, повезло. О, отлично. Так, здесь, как я понимаю, опять со всей силы бить надо. Да куда ты, сука? Оп, отлично, слушайте, вот сейчас было красиво сделано. От барабанчики отскочили. Ты так красиво, невыносимо, рядом с тобою. Поехали. Барабанчики. Я вижу лунку, слушайте, тут лунка на какой-то просто огромной тарелке. Вы, кстати, реально смотрите, куда мы попали. Тут огромная тарелка стоит, тут слишком много яиц. И меня это напрягает на самом деле. Не по себе как-то. Блин, ладно. Да куда ты? Слушайте, а мы, я закачусь тут? Нет? Давай! Так, ребят, я прошел 6 ударов. Я нет. И это была последняя лунка. Итак, слушайте, ну Сань, я уже ударов? Не думаю, что меня все-таки кто-нибудь догонит, потому что реально это у меня уже дофига ударов было. И 97, и сейчас посмотрим, сколько у пацанов было ударов. Ну, вот Кирюхе... Кирюх, не, вот сейчас ты, по-моему... Ты должен, Кирюх. Давай. Все, да, 10 ударов, и у Санька, походу, тоже 10 ударов.
Итак, друзья, вот такой вот счет у нас сегодня получается. 91-91-97. Конечно же, побеждает у нас, как всегда, дружба. Хотя нет, побеждает у нас сегодня Саня или Кирилл. Непонятно кто, ребят, да, не сами решайте в комментариях. Вот, но у нас сегодня все, карта была реально очень крутой. Это было что-то новое. За последнее время это было очень круто, поэтому надеюсь, это вам понравилось. Подписывайтесь, ставите лайки и всем пока-пока. Всем удачи, всем пока, классики, друзья. И пока-пока, ребята.